Эй, всем привет, вы на канале Царьков Плей. Продолжаем мы с вами нашу игру Интернет-кафе Симулятор. Что-то опять не понял. Так, подожди, но с чувствительностью все так как бы... Так, мы голодные, да? Надо, короче, покушать. Надо все-таки покушать, потому что мы... ну, проголодали за ночь, да? Как бы... Так, а я не понял, пицца опять что-то лежит. Так, ну-ка, погоди. Так. Закрыть холодильник. И все-таки сходить, потому что что-то я вообще не понял. А что это у нас, типа, ничего не сохранило? Или сохранило все-таки? Сейчас, погоди, я что-то стоять. Что-то не вдуплил немного. Так, ну там у нас, по сути, все было закрыто, как бы. В нашем интернете. А, нет, тут все сохранено. А, типа... Еда как бы сохраняется, чё ли, или чё? Так, ну ладно, это мы, получается, открываем. Это мы табличку надо, получается, менять снутри, да? Ну да, все так, открыто, хорошо. Так, наш геймерский джойстик. Беленький, да? Так, уже, кстати, грязно. Надо сейчас убраться. Так, ну давай мы пока его, получается, бросим да вот сюда, да? Ничего страшного, как бы. А, у нас тут все, кстати, стало, типа, на свои места встало даже, да? О! А, тут даже все на свои места становится. Ну, так что, как бы, я считаю, это хорошо. Че, уж кто-то пришел, что ли? Уже, блядь, сидят, а? Вот это да, конечно. Вот это молодцы. Так, ну и в этой серии у нас, по сути, либо же купить PlayStation'ы, либо же, получается, закупить вот в эту комнату ноутбуков. Как бы я даже не знаю, что для этого как бы получше будет. Так, ну все получается. Убраться мы убрались. Так, пускай валяется, ничего страшного. Как бы так, это все вот пускай здесь лежит. Так, ну у нас 1900. Так, вентиль стоит. Там вентиль тоже стоит. Как бы, блин, да я даже не знаю все-таки, куда что лучше поставить. Блин, вентилятор все-таки с тобой, давай-ка мы с тобой продадим его, потому что, ну, они, по сути, даже толка никакого не приносят. Блин, серьезно? Ну, они, типа, вот, ну, толку от него никакого вообще нету, блядь. Мы в прошлой серии им с вами убедились, так, 300 что-то там дал, короче. Так, получается, ну, давай с тобой купим вентилятор все-таки. Так, подожди, а у нас... Как они работают, если мы не даем разрешения, как бы, да? Так, запустить. Ага, запуск пошел у нас. Хорошо. Так, давай на фокус. Блин, нам еще надо платить, получается, да? Так, сообщение. Вы можете отправить мне колу? Могу, но позже, короче. Так, прайс-лист, это что это? Это типа... А! Не понял, а как-то? Интернет-кафе сборы. Чего? Рекомендуем корректировать цену сбалансированно. Будьте осторожны, чтобы не обанкротиться. Кстати, чего? Не понял. А куда это все приехало? Или как-то... Как... Не понял. Куда это? Что это? Что-то, короче, что-то выпало. Что-то непонятно, короче. Ну так, ладно. Ой, не суть, не важно, потому что нам надо, получается. Это у нас... А, так, это у нас какая-то, короче, крипта. Так, тут что-то типа купить. Так, нет, крипту мы лезть пока не будем. Нам это как бы не надо. My Store, кафе. Так, это тоже тут всякие эти. Продать предметы, аукцион. Неинтересно. Почта, наш телохранитель. Так, понятно. А где мне этот... Вот. А! А, типа, да ладно. А где мне платить? Я что-то забыл. Так. Развитие застройки. Что? iStore. Не понял, короче.
Так, это что у нас? Доступные средства. А, это вот здесь мы еще можем взять денег, короче. А где платить-то, блядь? Фриплей, что это такое? Банкноты, вы можете легко оплатить все свои счета здесь. А, типа, да? А это что такое? А, во, кстати, так, подожди. А мы городаем обычные часы проверки полиции. Так, купите поддельные обзоры для видео бизнес. Блокировка рекламы, короче. И 3x дневная защита хакеров, безопасности для туда-сюда чего-то, короче. А, ну типа вот блокировка рекламы. И что, это купил, да? Ну, вроде бы да. А где у нас всякие-то наши были эти? Типа... Костюм-чехол какой-то есть. Что это такое, непонятно тоже. Так, Ice Designer. Так, получается стена, пол... А, вот, кстати, дизайн можем, если что, сделать. Так, пол. Ну, пол у нас хороший, не надо. Так, потолок. А, это у нас тоже дизайн потолка, оказывается. Ёпа-мать. Ну, конечно, так себе дизайн, я бы сказал. Потолок. Короче, ладно, неважно. Где нам платить? Я вообще не понял. Так, это... Чё-то... Подожди, что-то не вдуплил, блядь. А подожди, тут типа нельзя, да? А, так. В смысле 25,5? Ты чё, блядь? В смысле, блядь, 25,5 градусов? Ты подожди, ну-ка, подожди, не понял. Стоять, стоять, не понял, чё-то не понял. 25,5 градусов чего, блядь? Здесь типа градусов или что? Ну, у нас на компе показывает типа 25,5. 19,1, не надо-ка здесь чесать нахер. Или типа это на улице 25,5. Короче... Вообще похер, как бы не суть. Так, нам получается сейчас надо купить вентилятор хороший, настенный, за 2500. У нас 354. А, за 2100. Или вот попробовать за 1200. Нет, давай за 2100. Все, не важно, короче. За 200 и все. Так, теперь получается, нам что надо? Ну, если бы... Блин, сговариваюсь, короче. Если мы уже начали, по сути, с тобой делать наше место для... А, PlayStation? Тогда получается, ну, будем покупать все для PlayStation, короче. Этот, получается, стол теперь потихонечку надо будет прикупить. Так, у нас 254. Так, тогда получается, все, делаем, короче, выход отсюда. Блин, какие-то там, короче, счета были где-то, но я что-то их не помню, короче, где и, типа, ну, ладно. Так, что-то уже, получается, приехало. Так, это что у нас приехало? Вентилятор. Отлично. И мы его закидываем вот сюда. Да, прям вот так мы его и поставим, да. Прям ничего, чтобы тут, как бы, ничего, чтобы такого не было. Чтобы было все по красоте, все хорошо, все отлично. Все изумительно красиво. Так, стол теперь должен к нам приехать, да? Стол для TV-таблет. Так, получает... Блин, нет, давай-ка мы его все-таки вот здесь раскроем, да? Ёпта мать. Так. Так, получается. Ну, давай тогда мы с тобой его поставим вот сюда, вот так, да? Вот. Вообще. Глянь как. Глянь как лакидес вообще. Отлично. Так, получается, вот так мы этот берем.
Блин, они прямо темные, вообще прям шикарно так. А подожди, я не понял, а что ты не... А что не ложишься? Почему нет? Почему? Не понял. Тебе что надо, блядь? Иди нахер отсюда. Ну-ка, типа, а если сюда... И сюда он тоже не ложится. А если сюда? И сюда, типа, тоже не ложится. А как, блядь, тогда? Подожди, не понял, подожди, блядь. Так, подожди. В смысле, блядь? Сейчас вообще не вкурил. Так, ну если получается он туда не ложится, тогда давай, чтобы долго, короче, не мучиться, да? Тогда это, ну, продадим все, а что делать? Типа, а смысл тогда от всего этого, как бы? Потом тогда будем с этим разбираться. Тогда сейчас мы с тобой закинем наши ноутбуки, да? Так, получается температура 19 и температура 17,6. Тут даже холоднее. Ну, типа, блин, потому что это, короче... Отстань ты отсюда, блядь, уйди отсюда нахер. Уйди, я тебе сказал, блядь. Свалил давай нахуй. Бомжам тут не место. Так, ну тут, короче, так, там так, типа, ну, короче, блин. Давай дверку закроем. Может, будет по-другому, короче, работать, типа, не знаю. Ты тише, тише, не волнуйся, не волнуйся, нормально все, нормально все. Не переживай. Так, ну тогда, получается, для ноутов заказываем. Alt-блок. Ну, короче, типа у нас, так, тут почта. Основной пьяный человек, который хотел... Так, который хотел войти внутрь. Спасибо, что выбрали нас для защиты вашего бизнеса. Вор, который хотел войти внутрь, был остановлен. Хорошо, спасибо, ребята. Так, My Store. Сэкономите свои деньги, не купите компьютер, не... А, и купите компьютер, не приходите в это отвратительное место. Блин, почему-то вообще так мало дают, короче, я не знаю почему. Порадовательный парк Атара. Что, блядь? Не понимаю, к чему вообще был весь этот вопрос. Ну, как бы, ладно. Так, ну а тогда, получается, все-таки зайдем с вами, давайте, в столы. И стол, сейчас, думаю, какой-нибудь дешевенький возьмем. Дешевенький какой-нибудь столичек возьмем. И хорошо будет. Ну, давай все с тобой за 200 вот и покупать. Столы как бы, а чё нет? Я считаю, что нормально. Стол за 200, мне кажется, он будет вообще хорошо идти. Ну, за 200, за 300, ладно, короче, неважно. Ну и получается и ноут всего лишь надо будет, и все. Так, за 1400, за 3, за 200... Что, блядь? За 2566, за 2799... И за 3,399. Но я думаю, надо покупать все-таки за Razbook Pro. Ну, короче, не знаю. Наверное, надо будет все-таки покупать за 3,300. Ну, или хотя бы для начала, давай с тобой возьмем за 1400. Ну, чтобы он просто, короче, был, чтобы все было нормально. А, блин, стол еще же и стул надо. Так, ну давай тогда, я не знаю, какой-нибудь стул, тогда где у нас наше кресло? Так, кресло у нас вот они, у нас остался косарик. Как бы, я даже не знаю, какой все-таки. Давай с тобой возьмем за 700. Я считаю, типа, а чё нет? Или даже за 300. Можно даже за 300 взять, да. Вообще отлично, типа, хороший стол, стул, ноутбук, как бы вообще... Чикардос. После 9 новый клиент не приходит. Да подожди, нам клиенты как бы не столь сейчас важны, как бы. А подожди, после 9 время 8.
Так, получается, что это у нас? Ноут. К нему же, я так понимаю, мышку уж не надо, да? Так, деньги же отдала, нет? Походу отдала, короче. Ну, не знаю, ладно, не важно. Так, получается, дальше у нас что тут? Это вот как раз так, стол. Хорошо. Стол мы поставим, получается, вот сюда. Повернем его, конечно же. Блин, да я вот даже не знаю, как его все-таки поставить получше-то. Ну, давай все вот, вот, вот так поставим его, хорошо. Прямо тут небольшое, отлично. Так, ноут мы тоже сейчас сюда закинем, как бы. А, здесь прямо, прикинь, типа... подожди, не понял. Не понял, подожди. Если получается... А, тут сразу он заполнен, да? Ну, все. Теперь нужно только кресло. Ты чё, блядь? Ты не понимаешь до сих пор? Я тебя сейчас битой уебу. Иди сюда. Не понимаешь, блядь? Поймешь нахер со временем. Сука, ты мне завалил мою эту. Вот ты козлина. Вот ты сволочь. Нехороший человек, редиска. Блин, офигеть, он прямо, прикинь, не завалил, короче, да? Тогда берем это, получается. И аккуратненько ставим его обратно. Так. Блин, взял, короче, завалил мне мою систему. Все, ставить. Система стоит. Хорошо. Так, ну и стул мы с тобой уже заказали, как бы так. Стул получается вот так. Ну и вот сюда стульчик. И все, я считаю, это прям вообще must have. Блин, вот здесь управление сделано, конечно, под клавиатуру, как бы. Ну, я, по сути, не знаю. Так, ну и все, ставить. Вообще, я считаю, нормуль. Прям, ну, вот, типа, нормуль, короче. Типа, все, еще одно рабочее место. Сюда еще можно. И сюда по... А, нет, сюда уже нет, потому что, как бы, да... Стенка уже другая, как бы. Блин, а как все-таки с PlayStation это поступить? Вот это вот, конечно, интересно. Как же с ними все-таки это поступать-то, а? Может быть, как бы их на стол ставить тоже, типа, и геймпады? Ну, блин, не знаю. Блять, ты, наверное, плохо понимаешь, родной. У тебя, наверное, какие-то проблемы, да, я считаю? Или чё, блять? Иди нахер отсюда, сука. Так, ты тоже иди сюда. Нахер. Чтобы не шарились тут, блядь. Вообще охренели уже. Так, получается 20, 23, 30. Так, ну а у нас пока что получается... Так, давай-ка вот закрыто. И вот так. Так, получается, нам бы не мешало сейчас обновить интерьер, как бы, да? Я считаю, что ну да, как было бы это очень хорошо. Лампочки там новые позаказать, допустим, да? Плюс-минус, чтобы было все хорошо. Блять, они опять, глянь, прямо стоят, а? Прям как кого-то как ждут, блин. Не знаю, короче. $893 у нас, да? Хм. Чё пишут? Я видел, тут смотрел 18+, никогда не приду сюда снова. Блин, ну и типа и чё, короче, что они смотрели? Типа тебе-то чё? Так, дизайн получается у нас это... А, так, потолок у нас, да? А так, это пол и стены у нас. Стены, стены, стены. Я даже не знаю, у нас по сути в красный они вымажены, да? Давай с тобой сделаем пеноблок. Нет, не получится. Тут, блядь, надо денежку иметь неплохую. Так, за 500 мы можем весь потолок, короче, сделать, короче. Блин, давай, может быть, темный попробуем. Будет смотреться, нет?
Оу. Ну, типа, короче, нормально, я считаю, глянь. Прямо темное такое помещение, светлый пол. Как бы, ну, нормально, я считаю. Прям отлично. Давай, да, вот эту зону мы все-таки сделаем ноутбучную. Потом зону мы сделаем с тобой с автоматами. Здесь мы зону все-таки что-нибудь мы порешаем, короче, сделаем здесь. Ну, вот эти вот зону PlayStation, VR там. Кстати, а VR есть? Вот, точно. VR же должен быть, по сути. Так, получается, что-нибудь у нас здесь этого есть такого? А, вот, да, смотри. Ультра Тек день первый что-то. Вы можете легко оплатить свои счета здесь. А, ну вот, да, все, здесь, короче, оплатить счета. Все, понятно. Короче, FPay. Ладно, понятно. Так, кухня и что-то еще, короче, пол, ну, короче, неважно. Прайс-лист. А, так. А, то есть, подожди, мы можем, короче, это все. Так, смотри, у нас получается, просили с тобой воду, пускай останется, хот-дог пускай останется, энергетику у нас еще просили с тобой. Интернет-кафе сбор. Рекомендуем корректировать цены сбалансированно. Будьте осторожны, чтобы не... А, подожди, нет. Тогда в ноль. Ноль, хотя бы, не знаю, 1x, 2x. Давай в 1x хотя бы. Чтоб, типа, ну, блин, а чё, как бы нет-то, а? Ну, или все-таки нет, наверное. Не надо. Не хочу. Я что-то прям, я не знаю. Я, короче, что-то этот прямо немного переживаю. Как бы я считаю, что не надо здесь ничего как бы платить. И типа не нужно. Так, может быть, все-таки обои какие-нибудь выбрать, да? Типа, ну не знаю. А вот селист. А, это типа ничего. А, это типа выбрано и ничего, короче, нету. Так, ладно, тогда получается. Давай, наверное, вот эти поставим. Типа, чё нет? Оу. Ля как. А, это мы себе ставим. Она. Туда типа нет. Ну ладно, тогда чё бы нет. Так, дальше у нас получается еще что у нас здесь есть. Так, это не то, я просто не помню. Вот здесь что это, развитие застройки, аренда 125, купить чего, аренда, блять, за 900, за 900, тут за 600, 13,2, 19,2. Но это, наверное, все-таки расширение, может быть, я так думаю. Наверное, да. О, компьютер, кстати, два компа у нас. Так, время у нас 4, уже ближе к открытию, короче. Вин это чё? Царапина и победа. Мы не азартные игроки, пока не надо. Так, ну а по сути как бы, блин, а вот смотри, рабочие, нет, рабочих нам пока не надо. Так, где-то я сейчас недавно видел такие штуки, которые как, типа, защищают нас, короче. Так, это не то. А, так, давай, не то, не то. Игры тоже не то. Продать предметы всякие тоже не то. Учебник какой-то. Вор и бездо... Не надо учебник нам. Так, дальше у нас получается идет винт. Что-то какая-то игра, короче. Так, это обои. Это крипта наша, которая нам не нужна. MyStore это отзывы. Компьютеры это вот наши компьютеры, которые в работе. А, вот, все. Хайндейр. Купите поддельные обзоры. Так. Трехдневная защита от хакеров вашего компьютера на 3 дня в надежных руках. А, блядь, тут просто написано вообще очень коряво, я даже не вижу. Мы защищаем ваши компьютеры, деньги и личную информацию от хакеров. Так, получается, полицейские
Мы городы общие. Мы продаем обычные часы. Проверки полицейских. Проверьте свои почтовые ящики после покупки. Так, не надо. Купите поддельные обзоры. Блин, давай это так купим один. Типа $72, ёптать. Все деньги потерял. Время 6 утра. Хорошо, пора открываться, короче. Вот так, все. Так, получается, дальше. Что у нас по интерьерам всяким? Так, лампы здесь есть, что купить, какие, куда? Так, давай, получается, так, компьютеры, кресла, вентиляторы какие-то, блядь. Нахера они? Игровые консоли. А, типа, подожди, либо же игровые консоли начинают, короче, джойстики работать тогда, когда, получается, купишь консоль. Но, блин, не знаю, короче. А, подожди. Подожди. Я что-то вот сейчас не понял. У нас, типа, лампочек тоже нигде не купить, да? Не-а. Ё-моё. Смотри, игровая консоль за 1320. Ну, типа, стоит ли оно того? За 3200 есть. За 1800 есть. Ну, типа, блин, короче, ну, не знаю на самом деле, как это все, в принципе, реализовано. Как бы, не знаю, а тем временем мы уже проголодались немного. Так, у тебя что? У тебя, типа, этот есть. Мониторчик. Мышка хорошая. Мышка не хорошая. Это что? Не продается. Ладно. О, креслица у тебя есть обалденная, но оно нам уже не надо. Мы уже все, как бы, что нам надо, мы уже купили. Так что, а теперь мне найди, получается, того человека, у которого я могу купить покушать. Так, получается, я могу купить и съесть могу. А, съесть не могу, потому что, блядь, денег уже нету. Что-то, короче, странно здесь еще работает. Типа, купил, но это, получается, домой, а если съесть, то тоже надо купить. Что-то какие-то приколы, короче, не знаю. А, кстати, глянь. Потолки поменялись вообще везде. И там тоже. И здесь тоже. Интересно. А здесь, получается, лампы-то, если они не продаются, значит, наверное, и не нужны. Ну, я так думаю. А там, типа, не знаю. Так, ну все, ребят, тут открыто, короче. Сколько у нас времени? 8 утра? 8 утра. Давай тогда, получается, ну, я не знаю, у нас охранник тут стоит, давай тогда до дома с тобой сбегаем, да? Как бы живанем на быструю ногу. А мы, кстати, дверку дома закрыли. Вот это я не... Нет, мы не закрыли. Это плохо, я считаю. Так, ну все, пиццу мы хаванули, и хорошо. Тогда все, летим, короче, в наш опять салон. Мой май-игровой салон. Goodbye, my gaming. Goodbye, my gaming. Так, чё, где ребята идут, не идут? Никого еще нету, блин. Интересно. Почему? Потому что время еще 9 утра. Уже 9 утра, глянь-ка, ничего себе. 9 утра, почему бы нет, я считаю. Ты, ну, заходи, не ссы. А вот смотри, теперь, получается, от хакеров, короче, сделал всю эту. А потом, получается... О, молодечек, с плохим настроением, сейчас ты его себе поднимешь. Только вопрос, куда ты идешь, блядь? За ноутбук? Ты серьезно? Ты за ноутбук чешешь? Ну-ка, и как тебе?
хорошо и... Аж заплакал, блядь. Аж заплакал. Господи, бог ты мой. Так, тебе что-то водички надо, да? Так, тебе что-то красненького надо. Тебе колочки, походу, надо, да? Так, а где у нас это продается? Колочка это вся... Не колочка. Так, он что, сейчас денежку... 23 доллара. Так, что он отправить Кока-Колу? Так, подожди, а где это у нас? Я, блин, забыл. Так, нет, не стор. Не дизайн. Фриплей. Это нам надо оплатить, блядь. Так, не то. Это крипта наша. А, вот, прайс-лиз, да. Они просили колы. Так у меня нету колы, блядь. А, нет, есть кола, кстати. Вот так, кола. Интернет-кафе сборы. А типа... А почему теперь они закрытые? Так, погоди, шоколад не надо нам. Я не знаю только теперь, почему закрыты все эти. Ну, типа, короче, ладно. Ладно, как бы, не важно. Так, ты 164 отдала. Ну, блин, по сути, как бы... По сути-то оно все нормально идет, как бы все хорошо. Все прям, ну, идет своим чередом. Так, ну тут что-то он, короче, присел, что-то нормально все. Ушел, блядь, опять заплакал. Вы что, не понял. А что по... Почему плачешь-то, блядь? 12 долларов. Ты офигел? Что пишут? Я недоволен. Токи-токи кафе лучше, чем... В смысле токи-токи? Кафе лучше. Не понял. Тут у нас кто-то есть еще? А вот это уже интересно. Так, а что у нас получается? Что это такое? Ну-ка, пошли прогуляемся. Что это такое? Оу. Вот. Ну... Какая музяка рубит-то, а? Вообще отлично. Ха. Ну, типа, прикольно, короче. Так, это чё? Это можно? Можно. И чё тут нужно? Ну, типа, креслом, типа, сел. И чё? И чё это, блядь, за прикол? Не понял. Клик сюда. Ну, допустим, и что? Хоть дверь-то, блядь, закрой. Все, я, ладно, понял, спасибо. Короче, надо отсюда уваливать. Давайте, ладно, ребят, тусите. Я пошел. Так, и у нас получается... А, ну и все, и вот наш... А, нет, какой-то, короче... А, ну да, это вот наш дом. И наше кафе. И все получается. Блин, им не нравится, короче, ноутбук. Им прям вообще он не заходит. Я, блядь, на компе больше зарабатываю, чем на ноуте. Ты правильно идешь к компу.
Блин, вот я все-таки не знаю, что там с этим джойстиком и приставкой, как бы. Потому что, блин, ну, типа, очень интересно, на самом деле. А, ты расстроен из-за того, что комп заюзанный. И поэтому ноутбук только приходится брать. Понимаю, ладно. Ну, ушла такая тоже недовольная, плюс-минус. Так, тебе колу надо, да? Так, в смысле, есть же, блядь? Или нету? В кафе очень мало игр. Да ладно. Серьезно. Ну, хорошо. Колу-колу. Мало игр. Хорошо, тогда получается так. Прайс-лист, так я ж включил колу. Ага. Что-то я вот нажимаю, а 32, 32, 22, 32, опять 33, что, блядь? Давай, типа, вот по 5. Ну, короче, потому что один раз мы нажимали, типа, и что-то, короче, было, а что-то и не было. Типа, давай, короче, выйдем. Я тебе сейчас, блядь, дубинкой стукну, слышишь ты, эй. $23. Блядь, все-таки не, ноутбуки это, походу, не такое себе. Тема, наверное, все-таки плохая, скорее всего. Так, ну у нас уже время почти ближе к вечеру подходит. Как бы, ладно. Блин, может ноутбук реально... Нет, на ноутбук там денег надо много. Ты же, блядь, иди за комп. Комп не заюзанный. Идешь туда. Ха. Ну, как хочешь, на самом деле, как бы. Так, тут свет включен. Тут свет включен. А вот тут не знаю. Ну, блин, да вроде бы включен, не знаю, короче. А, ну да. Короче, включен, ладно, неважно. Блин, ну система, конечно, это вот ядерная. О, аж рот открыл. Ну, вы, конечно, ноутом недовольны, да, я ничего не скажу. Ноутом вы недовольны. Но, блин, приходится подождать немного. Что-то пришел, блядь, посидел. $81. Что? Ну, типа... Да не знаю, короче. Ты куда... Ебать ты, дядя Степа. Куда ты чешешь? За ноут? Ну, за ноут, кара, хорошо. Так, 17... Что, блядь? А, 15. Ну да, правильно. Время как бы идет, и идет, но хорошо. Так что... Нормуль, нормуль. Ну, теперь что-то смотри, вот запросов не было на еду. Значит, получается, как бы не надо. Ну, типа, не знаю, короче. 25,5. Или это у меня 25,5, или, блядь, у него там 25,5. Я что-то немного недопонимаю все-таки. В смысле, можешь ли ты иметь, а как...
вообще не понял, блин. Могу ли я иметь? Тогда, блин, этому прайс-лист, тогда их уберем все, блядь. Вот так. Могу ли я иметь, блядь? Не можешь ты иметь. А, типа, смотри, это я цену, что ли, выставляю? Или 18, 17. Тогда я, наверное, понял. Ну-ка, погоди, если сейчас мы... Так... Так, ну вот все получается. С ценами мы разобрались. Это то есть потом, когда если чё, я когда куплю, короче, автомат, да, плюс-минус, если они здесь еще продаются, блядь, я хер его знает. Может, на кухне там будет стоять автомат, не знаю, короче. Если даже вот так посмотреть, там типа ни автомата, ничего нет. Но холодильник как бы есть. А это получается все-таки в холодильник, наверное, надо будет закупать потом, короче. Ну, блин, ладно, не знаю, разберемся еще. Так, 19.7. Так, у нас получается уже с тобой плюс-минус есть косарик, короче. Косарик уже есть, и давай все-таки зайдем с тобой вот сюда. И тогда другой, я думаю, какой-нибудь ноут возьмем. У нас получается с тобой белый за 2 или за 1400. А мы то есть даже не возьмем ни хрена, потому что у нас вообще денег мало. Так, можно ли мне шоколадку? Так ты ж купил. Короче, не знаю. Так. У нас прайс-лист получается. Так, тут у нас все куплено. Так. Ой. Так, получается, день у нас... Ну, ладно, день у нас уже закончен. Типа 44-45. Здесь остаются, короче, минутки небольшие. Так что давай все с тобой закрываем, короче, кафе, получается. Здесь мы тоже дверь, короче, закрываем. И пошли мы, короче, домой. Так, дверку мы, конечно, опять, как всегда, не закрыли. Надо закрывать. Обычно закрывают. Так, покушать надо перед сном, как бы, да? Чтоб было хорошо. Так, все, хорошо покушали. И давай спать пошли. Все, будем мы ложиться спать. А... Не забывайте ставить... На этом будем с вами прощаться, так что не забывайте ставить лайки, писать комментарии, делать подписочку на канал. И также, кто хочет помочь развитию канала, ссылочка на донат в описании этого и любого другого ролика. Все, всем пока.